Приветствую вас и наиболее оптимальный вариант, который можно здесь применить, для того, чтобы ответить искренне о ваших чувствах, но при этом не выставить себя уязвимым, это, наверное, подчеркивание своего желания. То есть вам нужно подчеркнуть свое желание, сказать, что вы делаете то, что вы делаете, потому что вам так хочется. То есть просто скажите, я так хочу. Вот я так вот решил. Таково мое желание. И все. И с одной стороны, для девочки будет это означать, что вы как бы раз чего-то хотите, вы этого обязательно добиваетесь. И с другой стороны, девочка получит свой ответ. Потому что таково ваше желание. То есть у вас есть желание проявлять к ней знаки внимания. И все. И вы это делаете. Для девушки это покажет твердость, самоуверенность, целеустремленность, настойчивость и упорство в вашем характере. То есть все то, что обычно ценится в сильных мужчинах. И вы, по сути дела, признаетесь ей в своих чувствах. То есть это будет очевидно, потому что вы так хотите, да? И выставите себя достаточно смелым мужчиной. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду благодарен.